Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Мальчик, родившийся без мозга, продолжает развиваться и учится серфингу. Мир потрясла история мальчика, который родился всего с 2% мозга. Врачи пророчили ему короткую жизнь, но все получилось совсем иначе. Ребенку уже 6 лет, а его мозг постепенно становится полноценным. После того, как во время планового УЗИ у плода была обнаружена патология, Шелли и Робу Уоллу было предложено сделать аборт. Будущие родители отказались от принятия такого решения, но врачи не успокоились и на протяжении всей беременности еще 5 раз предлагали избавиться от ребенка. Шелли и Роб твердо стояли на своем – прерывать беременность мы не будем. Конечно, такое решение далось родителям с трудом, но мальчику суждено было родиться. Малыш появился на свет в положенный срок, и его мозг действительно был очень мал. Но спустя время, к 3 годам жизни, произошло чудо – серое вещество резко увеличилось до 80%. Ребенок стал полноценным человеком. Отец Роб заявил, что медики не давали никаких шансов на выздоровление. Лишь самые смелые врачи предполагали, что мозг чем-то зажат или придавлен, и, возможно, при определенных обстоятельствах он вернется на свое место. Примерно так и произошло. Помимо этой патологии, у мальчика обнаружили расщелину в позвоночнике. Была назначена операция, во время проведения которой врачи установили шунт. Именно после этого мозг начал резко увеличиваться. И это стало настоящей сенсацией. На данный момент Ной уже умеет сидеть без посторонней помощи и постепенно учится ходить. Мальчик недавно освоил серфинг, а в будущем планирует встать на лыжи. Родители говорят, что ребенок является полноценным, у него нет нарушений в психике. А ведь если бы мозг был действительно придавлен, Ной должен был отставать в умственном развитии. Именно это доктора сулили новоиспеченным родителям после появления сына на свет. Они уверяли Шелли и Роба, что он никогда не сможет видеть, слышать, говорить или есть самостоятельно. Недавно семья побывала в одном известном телевизионном шоу, где откровенно рассказала о своей уникальной истории. Зрители смогли увидеть своими глазами счастливого мальчика. Отец Роб заявил, что сохранить жизнь малышу помог возраст и осознанность. Ведь если бы они с женой были помладше, то врачи, скорее всего, смогли бы их уговорить на аборт. Спустя некоторое время после рождения мальчика Шелли и Роб отвезли его в Австралию в радикальный центр развития мозга. Специалисты клиники приложили немало усилий для того, чтобы маленький пациент смог стать полноценным человеком. Нейрофизиологи составили особую схему лечения, в которую входили когнитивные упражнения и физиотерапия. Врачи, которые изначально видели ребенка в Великобритании, признают, что малыш особенный. Семья часто шлет им фотографии, а также электронные письма о состоянии мальчика. Сами медики называют этот случай чудом. К сожалению, врачи часто не дают шансов на жизнь еще не родившимся малышам. После УЗИ на начальном этапе беременности можно увидеть возможные патологии плода. И если они есть, то матери предлагают сделать аборт. Мало кто соглашается растить неполноценного ребенка. Роб и Шелли своим примером показали, что чудеса все же случаются. А что по этому поводу думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.